стресс бывает такой момент, когда действительно даже аппаратура не выдерживает этого накала. Поэтому, как видите, мы смогли выйти из этого замечательного, интересного положения. И продолжаем наше выступление с замечательным джазовым стандартом, который называется «Стаффи». Душно. Колмана Хокинса. Thank you.
Известная, прекрасная композиция. О том, что хватит больше грустить. Довольно грустить. Thank you.
все-таки нам обозначить сегодняшний праздник, День космонавтики? Ведь все-таки джаз и космонавтика далековато друг от друга отстоят. Но, тем не менее, мы вспомнили замечательную советскую песню, написанную Оскаром Фейсманом на слова Владимира Войновича. Песня называется «14 минут до старта».
когда я появляюсь на сцене, то привношу нотку советской эстрады. Наш такой советский джаз. И сейчас мы хотели бы исполнить еще одно произведение, которое для нас достаточно символично, потому что здесь мы находимся с вами в большом концертном зале имени Андрея Яковлевича Лишпая. И песня, которая прозвучит сейчас, она тоже написана Андреем Яковлевичем Лишпаем на стихи Владимира Котова. «Почему? Отчего?» Дело в том, что написано практически на одной ноте. Поэтому она так и называется «One Note Samba». Ну, исполним мы ее для вас на русском языке. Споем, ну, а вы нам, наверное, еще и подтанцуете. Кто-нибудь выйдет, поможет вам станция. Я нашел такую ноту, все привыкли на звучке. Если ногу я другую, это рот запою. После славы могу я не исполнить свою. Крутится планета, я хожу и ничего не понимаю, не понимаю. Просто ногу никогда я не сжигаю, не понимаю, не понимаю. Будь комфортно ночью я, и сегодня, и потом. Пусть не помнит
крутится планета, я хожу, ничего не понимаю, не понимаю. Просто мотора ты меня даешь, зачем не понимаю, не понимаю. Утро, поле, ночью пьяна, сегодня и потом. Классика французской эстрады и, возможно, даже джазовой сцены. «Сеси Бон», исполненная когда-то Ивом Монтаном. Песня, написанная Анри Бетти и Андре Хорес. Исполняет Елена Лукашева. Сейчас мы. Thank you.
Спасибо вам огромное. Эти цветы специально за вашу французскую фонетику. А сейчас звучат еще две композиции инструментального характера. Первая Антонио Карлоса Жерима, которая называется «So Dance Samba», а вторая Чендлера Чаплина «Smile». Thank you.
Thank you.
если на сердце печаль. Потому что все в жизни должно быть хоть чуть-чуть, но хорошо, но прекрасно. Об этом следующая песня, которая написана была Геннадием Гладковым специально для кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов». Но, к сожалению, вот эта как раз песня в этот фильм не вошла. Но зато она есть в нашем концерте. Исполнит ее для вас Елена Окишева. Называется она как раз «Все прекрасно». Thank you.
в жизни каждого ведущего бывают иногда очень сложные моменты, поэтому приходится выходить с папочкой. Название следующих произведений звучит так. Я буду говорить, знаете, вот, в тоне советских ведущих. Лирическая песенка. Слова Евгения Долматовского. Музыка Юрия Мельничева. Из кинофильма «Сердца червяк». It might as well be spring. Оскара Хендерсона. На музыку Ричарда Роджерса. Вот, сказал, теперь слушайте. Thank you.
Сейчас прозвучит песня из мюзикла «Радуга Финиана», которая называется «Old Devil Moon» – «Старая дьявольская луна». Thank you.
much difference damage. Что же сделал мой день сегодня? Thank you.
крючки. Очень не хочется, но уже пора практически расставаться на небольшой минорной ноте. Minor Chant называется следующее произведение, которым мы заканчиваем наше выступление. Но на самом деле ничего минорного в этом нет. Minor Chant!